Привет, заехали. Нет, это не ресторан под открытым небом где-нибудь в Сибири. Такую красоту придумали учредители ресторана в Шанхае. У этого заведения есть крыша, просто его особенность в такой вот сказочной атмосфере. В 8 часов внутри здания идет снег, и перед этим гостям выдают зонтики. В 10 часов начинают падать лепестки сакуры. Ну и, конечно, здесь можно вкусно поесть, выпить, спеть в караоке и просто покайфовать. В среднем цена удовольствия всего около 30 долларов. Амбидекстры могут рисовать двумя руками одновременно. Этот парень смеется им в лицо. Он одной рукой создает сразу 3 портрета. И если бы такое испытание было у персонажей, которых он изобразил, вряд ли хоть кто-то бы добрался до финала. Сейчас твое сердце замрет на секунду. Но беспокоиться не о чем. Эти телевизоры практически пуленепробиваемые. И переживут и прыжки на каблуках, и удары киянкой. Однозначный must-have для владельцев котов. Слышал же, что в рекламных роликах и кино используют ненастоящую еду. Вот тебе еще один секрет закулисья. Для напитков декораторы изготавливают специальный фальшивый лед. Его делают из акрила, стекла или пластика. Окажись такой в нашем коктейле, мы бы и не заметили подвоха. Что ж, немного залипательных производственных процессов никогда не помешает. Зацени, как их делают в Boma Lighting, и подумай, как нелегко приходится бедным стеклодувам. Рубрика «Супергерои в реальной жизни». На этих кадрах китайский пожарный лично тестирует новый защитный костюм. Ты начинаешь перемешивать такую колоду. Все остальные за покерным столом. Ну а вообще задумка крутая, особенно неоновый вариант. Игра в эти карты однозначно украсит любую вечеринку. У мягких игрушек и так непростая судьба, но это ты еще не знал, как их изготавливают. Бедняк надевает на специальный аппарат что-то вроде пылесоса наоборот, который заполняет их синтепоном. Процедура явно не из приятных. Если у тебя где-то на полке до сих пор лежит плюшевый мишка, ты уж обними его как следует. Ну а теперь ты точно можешь говорить друзьям, что видел все. Позволь представить – зародыш акулы. Что чувствовал твой хомяк, когда ты в детстве хватал его на руки? А вообще выглядит такой аттракцион пострашнее любых американских горок. Тебе не кажется, что этот робот с трудом сдерживается, чтобы не запустить жалкого человечишку в стену?
Это новый парикмахер уговорил тебя попробовать экспериментальный метод укладки. Перед тобой гениальная штука для интерьера 2 в 1. Выглядит как стильный камин, а на самом деле насыщает твою комнату влагой. И не говори, что сразу распознал здесь подсветку и пар. Обычный имидж? Зацени, как эта девушка преобразится через секунду. Погоди, это еще не главная фишка. Тебе теперь тоже интересно, как еда удерживается у нее во рту? Ready. Delightful! You know what else? You can see my teeth! С этим Хэллоуином уже опоздали, но лови идею для следующей хоррор-вечеринки. Паутина из горячего клея. Такой способ декорирования, кстати, используют даже в фильмах ужасов. Реалистично выглядит, дешево стоит и легко снимается. Если ты любишь пранки на грани, то эта штука как раз для тебя. Мажешь ее помадой, незаметно стреляешь в коллегу или приятеля, и дома его будет ждать непростой разговор. Сбавь обороты, чувак, а то штурман уже неважно себя чувствует. Когда всех целых кошек раскупили, и осталась только половинка. Шутка, конечно. Сами хозяева не прочь подколоть своего питомца и называют его уникальным котом-жабой. Бедняга родился с проблемами с позвоночником, но ему повезло попасть в любящую семью, и теперь он живет ничуть не хуже обычных кошек. Думаешь, видел все самые безумные идеи дизайна интерьера? Ты просто еще не был в этом заведении. Не удивимся, если в качестве блюда от шефа здесь подают слабительное. Однажды чья-то бабушка увлеклась и в итоге связала вместо носков вот это. Если серьезно, то так выглядит один из залов спортивно-развлекательного центра в Турции. И необычный дизайн только делает это место еще более веселым. Амурских и бенгальских тигров знаем. А как назвать этот новый подвид? Поклонники Гарри Поттера, трепещите. А также любители поиграть в подземелья и драконы. Подземелья и драконы! И просто ценители клевых штук. Вот такой волшебный стол создал этот парень. Здесь есть потайные отсеки для чего угодно. Кубиков мастера, дневники Тома Реддла или волшебной палочки. And then on top of here, I imagined this, you know, if it goes to an office or something like that, you'd have your two computer screens up on arms. You've got plugs here with USBs. You've got your hole in the back so you can put your wires down to your computer. And yeah, what do you think?
Нет, это не твой сосед сверху в 3 часа ночи, а Кайса Вика Фли, горнолыжница из Норвегии. В начале года она вылетела с трассы и получила серьезную травму ноги, поэтому на период реабилитации ее тренировки выглядят вот так. Слушай, какой только необычной мебели мы с тобой не видели. Но согласись, работы дизайнера Себастина Эрасуриса – это что-то совершенно невероятное. Если ты всегда хотел узнать, как выглядит птенец попугая, этот час настал. Бывало такое, что ты не мог заснуть и думал: «Черт, да как же моют огромные туристические автобусы?» Ответ найден. На рынке существуют вот такие передвижные щетки с электроприводом. Одна установка справляется с мойкой транспорта всего за 6-8 минут, так что оператор может довести до блеска до 40 автобусов за смену. Если пришла пора выбирать шапку на зиму, а шопинг тебя утомляет, просто присядь и отдохни. Кроме шуток, пока ты кайфуешь дома или на крылечке в этом кресле-качалке, оно свяжет тебе теплый головной убор. Можешь считать это просто забавой инженеров, но вообще-то заказов на это изобретение было немало. Наш уровень лени. Купить настольную свинью, которая будет очищать за нас семечки от шелухи. Ну признайся, ты теперь тоже хочешь такую? Что ж, приз за самый омерзительный грим на Хэллоуин можно всегда вручить создателю этого маникюра. Хуже уже вряд ли кто-то что-то сделает. Опять время пролетело пулей. Ты ведь помнишь алгоритм? Лайк, колокольчик и встречаемся в следующем ролике.